Здорово. Витёк здесь. Ха, обманул. Я не Витёк, я Виктор. Я Виктор Реактор. Потому что сегодня я иду смотреть очередной шедевр от Алана Беккера. Вот за моими широкими плечами вы можете видеть его канал. И это, наконец-то, долгожданный Майнкрафт – это моя жизнь! В смысле, анимация против Майнкрафта. Там много серий он наделал, очень много. Ну, мы, конечно же, начнем с первой, потому что я не видел ни одной. Первую, там, вторую, третью, четвертую, ну, вот я, судя по таймингам, сложил, так, получается, где-то полчасика. Посмотрим первые четыре серии тогда, пореагируем на них, посмотрим, как это вообще в Майнкрафт. Я как бы в Майнкрафт, конечно, играл, но это было давно и неправда, и дальше, как там, алмазного меча, я... Ничего себе не делал в этой игре. Или кирки алмазные, я уже даже не помню. Вот, так что я могу быть нубасом, я могу спрашивать какие-то странные вещи. Я сразу предупреждаю. Тем более там 7-летней давности какие-то. И, может быть, там какие-то вещи убрали из Майнкрафта. Ну ладно, меньше слов, больше дел. Виктор Реактор приступает к своему вырабатыванию энергии. 100 мегаватт, как говорится, в час. Погнали. Чуть-чуть потише сделаю. О, Windows. Такого знаю. Какой довольный скачет. О, там Майнкрафт был. Что за звери? Довольный капец. Сейчас дом построить, смотри. Шустрон. Здорово, говорит. Чем занимаешься? Дом строишь? Да, говорит. Вон, смотри. Хоп. Хочешь камень, говорит, на верстак. У, я тоже хочу. Вау. Он так прикольно радуется. Постой, говорит, зачем ты мне это здесь оставил? Ух, получилось. Он, получается, размножил, да? А это не получается. Это слишком твердо. Доски сделал. Палки сделал. О. Погоди, на верстаке сейчас палки и доски. Сейчас кирку сделать, смотри. Деревянную. Ой, даже я знаю этот рецепт. Е-е-е. Чел говорит, пойдем. Мельницу набахал. Молодец, говорит. Великолепная штука, держи. Спасибо, что дал. Опа, синий украл. Так. Это агроном у них местный. Какое-то высокое дерево, да? Там ускоритель роста есть какой-то. Что, на дереве можно сажать деревья? Реально? Что это он сделал? Пирамиду какую-то стеклянную. О, цвета менять можно, да? А вот и красный. Оп. Прикольно. Развлекаются. Смотри, говорит. Так. Что такое? Он маяк построил? Точняк, маяк. Чё такое? Что случилось? Эй, чел. Ого. ТНТ. А чё он взбесился-то?
Типа моя прелесть или что? Эй, говорит, не ходи, сначала меня освободи. В этом уже кирка есть. Давай. На, говорит, работай киркой. Так, это себе каменную кирку сделал. А, этому выдал. Давай, говорит, разбирай башню. Давай башню. О, это же сталь. Стальные кубики. О, сейчас они себе оружие понаделают. Мечей, там, стальную кирку, смотри. Сейчас алмазную сделают. О, это алмазы, да? Это же алмазы? Да, это по 9 алмазов. Хорош. Хоп, ха-ха-ха, кто украл? Алмазная броня. Штаны. Бронежилетку. Так, так. Меч. Меч давай. Иди, говорит, охраняй. На, еще, говорит, алмазов. Насыпал. Швея у них алмазная, смотри. Нафигарил. А это что принес? О, еще ресурсов куча целая. Все, сейчас. Лук. Куча стрел. Так, ремень кресала. Удочка. Это что такое, печка что ли была? Алмазные кирки, ТНТ, меч, так. Я в атаку! Интересно, что у того сейчас будет? Что может быть круче алмазной брони и прочего? Где он? О, вон он. Зомби! Зомби полезли из всех папок. Не, ну у них против зомбарей, конечно, ультимативный сет уже. Незеритовая круче броня, да? А где незерит брать? Так, наверх, говорит, поехали. Так, что они там ищут? Так, куча отсылок, конечно, тут. Став, наверное, он там. А, это самонилка зомбаков. Надо давайте мне по килами обставить. А, вот так вот можно, да? Мне нравится, как они руки поднимают вверх. Как прикольно. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Лучники поперли, стрелки. Щиты! Поднять щиты! Чуваку достается. Нормально, можно и так. Застроились. Что будем делать, говорит. У него какая-то типа ловушка стреляющая, или что это такое вообще? ТНТ. О, нет. Сейчас он их взорвет. В старой версии незерита еще нету. А, вот я про это и говорю. А, вот. Упс. Жесть. Ну ладно, он их не убьет, он же не ваншотает. Сзади. О, нормально, он им дырку сделал. Все, выходим. Такие инвентари прикольные над ними, над каждым.
Что это говорит? Это бедрок какой-нибудь или что? Нет. Или это адская руда подземная? Пацаны, что на заднем фоне? Что это такое? Подскажите. Так, адский камень, да? О, я узнал его. Ага, вот они, генераторы стоят. Вали! Ворвались. Это с пулеметом пришел. Так, собираемся. Раздаем по яблоку всем. Так, кушаем, лечимся. Еее, яблоки! Яблоки всему голова. Ага, вот он. Чё-то он ничего себе не сделал. А чё он ищет-то? Чё он крутит? Он же с какой-то целью это ищет. Он завис? Я вам не сильно мешаю, кстати. Может быть, вернёшь, говорит? Ага. Ага. А-а-а! Меч сломал. На, попузяни ему. Отбирай у него куб. Куб отбирай. Быстрее! Что это? Что с ним? Так это Стив, что ли? Херабрин? Ха-ха-ха! Прикольно. Страх детства. Они его занизили. Опа-на! Это обсидиан, да, какой-нибудь? Такой уже не берем бы. Он танцует, я танцую, пьяный на столе. Нума, нумае. Нет, 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 говорит, чуваков не надо, не бери, не, не трогай моих чуваков. Музяка. О, прокопал? Все-таки можно прокопать, если долго стараться. ХПшка снижается. О нет! О нет! Воспоминания. Спасли на пол хп. Упали. Все на пол хп. О нет. Он к ним пробивается. Бегите, голубцы. Это он меч повис. Валим. Так, пойдем. Так. Чё придумал? Гарри Поттером, что ли, стал? Чё у него там за ёлка?
куда они делись? Они же здесь только что стояли. А, спрятались. Ага, поймал его. И этот поймал. Ага, так. Не дернешься. На верстак палку. Железную дорогу ему укладывает. Так. Сейчас они его выкатят, да, отсюда? Опа. Так вот. Вот это экшен. Американский футбол уже какой-то начинается. Тачдаун. Беги! В корзину. Хорош, эпично. Накрывает, смотри, вылазит, вылазит из него. Испарился. Все. О, слава богу, они полтергейста из него выгнали. Простите, челы. Я был сам не свой. Обнимашки. Голые мужики обнимаются, судя по звукам. Да ладно, чел, не дрейф, пойдем, говорит. Чё? На Лигу Легенд наступил? Сразу в мусорку. Надо было на доту наступать. Не на то наступил. О, оригинал. Анимация против Лиги Легенд тоже есть, кстати. Нормально, это форк такой, да? Спин-офф. Окей. Давай вторую серию сразу. Она намного короче, 4 минуты всего лишь. Я так понимаю, они дальше стали намного короче выпускаться. Давай смотреть. Так, это он что, в креатив моде, да? Навыдавал всем. Так, что происходит? А, я думаю, они сейчас строить будут, да, что-нибудь? Экскаватор? О, говорит, давай, говорит, экскаватор в Майнкрафте сделаем. За 5 минут? Готовы? Лего. Время пошло. Строй. Или каждый свой экскаватор будет строить. Типа соревнования, кто лучше строит. Так, ну это вот самый простенький, видимо, будет. Этого не получается. Время идет, 4 минуты прошло, осталось. Ты пропустил серию, кричат? Что? В смысле?
Время. Кот. Кот. Похоже? А, кот. Кэт. А что за кот, говорит? Ну ладно, аплодисменты. Окей. Похоже. О, это даже опускает ковш. Инженерный подход. Этот самый похожий, видимо. Ого! Ни хрена себе. Ты победил. У него же ничего не получалось. Как он это сделал? Hey, thanks for watching, guys. О боже, я не то посмотрел, говорите? А где первый эпизод тогда? А, вот это вот повторное открытие? Ну окей. Будет небольшой, как говорится, факапчик. Без этого никак. Так, давай посмотрим. А, Майнкрафта нету, все, убрали. Вспоминает, как было. Надо, говорит, восстановить. А, там приложуха есть против утоления. Чего он ищет? Майнкрафт! Опять? О, нет. Так. Так, так, что делать? О, нет, чуваки идут. Эй! Здорово. Что это? Глаза такой протер. Не, ничего, показалось. Ну, ладно. Вот, смотрите. Ну, опять оно. Тихо. Шестьдесят четыре дерева. Так. Всего накидал. Каждому одинаковый набор или что? А, и каждый что хочет берет. Так, это земледелец у них, да. Это любит выращивать картоху. Интересно, на красного они будут как-то смотреть с подозрением? Я ж сказал. Я так и думал, сейчас будет такое недопонимание. Доверим. Типа прежде чем ему дать, да? Все, говорит, выдавай. И прикалывается наверняка над ними. Погоди, говорит, жди. Кроликов наплодил. Hey guys, so I hope you enjoyed the very first episode of the AVM Shorts series. Ладно,
Ладно, второй посмотрели, потом первый. Ну, вы же знаете, я всегда сначала второе, потом первое. Я что Портово проходил сначала второй, потом первый. Что там я еще второй сначала, потом первый делал. В общем, я во все игры играю сначала во вторую часть, потом в первую. Так что по факту разложил. Это мой стиль. Ну, давай третью еще бахнем. Так, ребята изучают механизмы. Дырка, 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 дырка. Что же сделать? Не тот цвет. Такой, типа, это не я ушел. Нет, ну как так, говорит? Надо посмотреть, говорит, что ниже. Не копай под себя, чел. Первое правило Майнкрафтера. Сейчас в лаву. Сто пудов. А, нет, смотри, в шахту. Ящик. Классно, говорю, сейчас сделаем. Так, рельсы. У-ху! Хочу еще! Отлично, говорит. Сейчас он тут целый парк развлечений, наверное, построит. Либо нарвется на кого-то. Это что это? Что это было за процессия? Садитесь! Так, вагонеточки. Мне интересно, что там их внизу ждет. Тек-тек-тек, куда пошел? Ну-ка, останься, садись. Ты первый, как самый большой головой. Ты че? Ну что, садимся, говорит? Ну не знаю, давай. Ура! А для себя что, не оставил? У-ху! Е-е-е, классно! А что, так можно было? Статую свою поставил. А, куда летим? В лаву? Жесть. Вот это американские горочки. Пригибаемся. О, нифига себе, тут статуя себе рельсостроителя. А реально в Майнкрафте такие штуки есть, пружинищие? Опа, всех разделила. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, говорят, есть такие. Прикольно. Мертвую петлю навернули. Сейчас какая-то надпись, наверное, вылезет. Это же лампочка. The end. Конец. JK.
Джокинг. Ха-ха-ха. Это получается тролль уровень. Ух. Ждет их. Ну где же они? Едут. Ура! Thanks for watching, guys. Once again, this video was a result of a poll on my Patreon page, so if you want to vote for the next animation... Как он их жестко в конце, он сам не знал. Ну ладно, я обещал 4 серии, оказывается, там еще одна серия вклинилась, но мы 4 серии посмотрели. Пусть останется тогда так. Ну что, Алан, молодец. Нафигарил нам много серий по Майнкрафту, посмотрели мы из них оригинальную и еще 3 коротких. Мне понравилось. Лайки ставьте, если вам тоже понравилось. Если хотите продолжение, пишите комментарии. Витёк, давай продолжение. Ну а пока, спасибо за внимание. До свидания. Ну, по крайней мере, я пока все понимаю. Что же будет дальше?